Компания «Адилак» входит в концерн «Хелиос Групп», который недавно приобрела известная на международном уровне японская фирма «Кансай Пейн». На лакокрасочном заводе работает 68 человек. Предприятие было основано в 1907 году. Наше предприятие отпраздновало в этом году 110 лет. Это был один из градообразующих заводов города Одинцова. Сейчас, в принципе, «Кансай» рассматривает наш завод как плацдарм для экспансии в Россию и как плацдарм для перенесения японских технологий, европейских технологий в Россию. Вот. Мы очень благодарны главе Одинцовского района за визит. Вот. И мы с большим оптимизмом смотрим в будущее. Глава муниципалитета осмотрел производственные и вспомогательные цеха, а также помещения оклейки и упаковки. Андрей Иванов отметил, что завод поддерживает статус одного из важнейших предприятий муниципалитета. Он оценил высокотехнологичное производство с достойным уровнем автоматизации. Посмотрел, как сотрудники предприятия занимаются разработками и исследовательской деятельностью. Старожилы Одинцова знают этот завод как Одинцовский завод бытовой химии. Это довольно серьезное крупное предприятие было в советское время, более 300 человек работников и огромное количество и ассортимент продукции, в основном это бытовая химия. Торгово-промышленная палата муниципалитета в честь 110-го юбилея лакокрасочного завода наградила 13 сотрудников за выслугу лет. Глава района и руководство компании вручили 5 медалей «Ветеран труда», 8 специалистам присвоили звание «Лучший по профессии». Среди них ветеран труда Виктор Петраков, который работает в компании с 1978 года. Пришел, посмотрел, понравилось. Остался, так вот и здесь продолжаем трудиться. Работал в химцехе, в ручках начинал, потом в химцех перешел. С химцех вот на погрузчик, сейчас работаю водителем погрузчика. В числе заказчиков компании «Адилак» – крупнейшие российские производители поездов, электричек, вагонов метро, дорожной и сельскохозяйственной техники, а также компании, занимающиеся дорожной разметкой и выпуском стройматериалов. В скором времени здесь планируется открыть производство порошковых красок. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».